Отже, імпровізація розсміши коміка. Поїхали! Ребят, хто із вас з Загорецька? Мечтав давно по засосам лупанически, можливо. Так, не против, да? Чуть-чуть нажму сюда. Ай-яй-юй, моя! Здравствуйте. Я пародист Виктора Николаевича. Эх, ёлка! Не получилось. Но в моем багаже есть еще тушка из говядины, которую я хранил специально под... Добрый вечер. Добрый вечер, ребята. Добро пожаловать в нашу антипарикмахерскую. Ну, парикмахерская заодно наперед. Ну, значит, как вас стричь? Коля, ты в какой унитаз телефон уронил? Сюда мне. Здравствуйте. Это бюджетная школа, поэтому сегодня мы будем проходить... Мне интересно, что вы будете проходить. Здравствуйте, меня зовут Карина, я приехала из Кривого Рога. Мой талант в том, что я пою и поправляюсь. Ой, то ли дождь, то ли ветер. Неожиданно. Здравствуйте, я Альберт Шмурдяк, здравствуйте. Фокусник из Египта. Сейчас у меня исчезнет запах. Что вы чувствуете? Ничего, а я стараюсь. Альберт Шмурдяк. Я ваш официант. На троящей не было. Так, мужики, есть две новости. Первая... Спасибо! Спасибо! Дуже легко. Все для вас, Валентин. Я извиняюсь, вы прострочили оргазм. Будете прыгать? Здравствуйте, я одна из сестер, 17 сестер вдов. Не грех смеяться. Мальчики, привет! Добро пожаловать в нашу компанию Twerk and Travel. Полетели в Германию. Здравствуйте, я победитель 7-й битвы экстрасенсов. И у вас круглое лицо. Засура! Да я так перевіряючись спрацювало. Добрий вечір, в ефірі шоу «Голос бомжі». За кого сьогодні вболіваєте? Це хліб, їжте. Ти ж мені... Де мої пальці? Да что ты? Ну и плохо. Ты доволен. Ой, извините, я просто не вижу. Извините, я просто еще не слышу. Извините, я еще вкус не чувствую. Славка из Загорецкой! Ух ты! А можешь расписаться мне? Красавчик. Что? Здравствуйте. Распишите нас, пожалуйста, мне тут глюпу. А мне на все тело, пожалуйста. Да. Если вы против, мы не будем ничего, никогда, не дави, сколько можно. У Алены дочка тоже. Погладь кота, пожалуйста. Привет, мальчишки. Меня зовут Степанида Геннадьевна Луковая Попа. Двойная фамилия. Я ваша преподавательница по ненастоящему русскому языку. Итак, записываем. Ганок Буколото.
стопат. Ага. Так, да? Спасибо большое, что пользуетесь нашими авиалиниями. Славка просто никогда не летал, вот смешно. Так, это экзамен по фольге. Что? Ну что, пацаны, с вами вместе в купе поедем, да? Одна просьба, вы оденьтесь хорошо, галика, ну сейчас же январь. Він і в поїздах не їздить. Мужики, мужики, пойдемте к скале, там шлемхали, кручение набьет. Ну не хотите, как хотите, я вам буду... Извините, ребят, скоро поедете, но зеленый мне. Здравствуйте, я нанял сразу двух психологов, потому что я не понимаю, почему-то люди на меня смотрят и говорят, что что-то не так, что-то не так. Я вроде с людьми... Здравствуйте, приветствую вас в ресторане «Помидоры и шампунь». Олег собирает помидоры и помоем башню. Что с глазом? Мыть?